Если ты успеешь поставить лайк за 3 секунды, то ты будешь учиться только на пятерке. Хей-йо, дорогие друзья, всем огромнейший привет, с вами снова я, Слайкмаст и Лимония, и сегодня у нас продолжаются эксперименты в Гаррис Мод. Всем привет, друзья. Ну, короче, да, друзья, сегодня у нас продолжается снова эксперимент с лестницей, со ступеньками лестницы. Сегодня, ребят, в этой серии все мультяшные монстры Тревора Хендерса, да, ребят, именно мультяшные, то есть картуны, будут пытаться забраться по ступенькам этой огромной лестницы. Это, друзья, получается мультяшный кот, новый, друзья, мультяшный кот, мультяшный котопес, мультяшный, собственно, пес, мультяшная, друзья, новая девочка Юйо. Потом, ребят, мы также решили взять Стикмена «Туши свет», все-таки он тоже довольно видите, нарисованный костюм Мэна, он тоже, друзья, видите, нарисованный такой вот, типа, картун какой-то. И нового, друзья, монстра, это Нурпа. Ну, короче, да, друзья, вас сегодня ждет просто нереально крутой экспериментик, надеюсь, конечно же, он вам, друзья, понравится. Давайте мы, друзья, на этой серии наберем 5000 лайков, и, ребята, будет больше Гаррис Мода у меня на канале и всевозможных подобных экспериментов. Друзья, вы знаете, почему мне нравится играть в Брикрикс и в Гаррис Мод? А все потому, что в этих играх можно играть в практически любую игру. То есть, например, сейчас у нас будет эксперимент с монстрами Тревора Хендерсона, а завтра мы решим устроить танковую баталию, либо попытаемся выжить в зомби-апокалипсисе. А совсем недавно я узнал о очень крутом проекте, он называется Core. Это онлайн-платформа, которая позволяет создавать собственные игры абсолютно бесплатно и вообще без знаний программирования, кодирования или рисования. А также в Core появляются каждый день новые игры, в которые можете поиграть абсолютно бесплатно. А так как эти игры создаются такими же игроками, как и мы с вами, то вас ждет очень-очень много всевозможных крутых проектов, возможно, даже местами безумных, от других геймеров. Я, например, заценил в Core Fall Guys, в который, кстати, можно здесь поиграть абсолютно бесплатно. Мне он, ребята, очень-очень понравился. А так вообще новые игры в Core появляются каждый день, так что вам точно скучно не будет. Но еще один огромнейший плюс Core, то, что в нем вы можете начать свою карьеру разработчика игр, создать свою игрушку, выложить ее на платформу, и в нее тут же начнут играть множество геймеров. В Core одинаково легко создавать собственные игры, либо играть уже в готовые. В общем, да, друзья, дерзайте, переходите по ссылочке в описании, либо играйте в очень-очень крутые игрушки абсолютно бесплатно, либо сами становитесь разработчиком игр и клепайте очень крутые игрушки. В общем, друзья, ссылка в описании. Ну что, Слава, ты готов? Конечно же, братан. Давай, ну и, друзья, давай, смотрите, чисто мультяшные монстры Тревора Хендерсона. Ты решил с псов начать? Конечно, конечно. Окей. Давай. Сам давайте, пёс, ребята. Ты... Сам ты пес, а? О, он прыгает, У нас, кстати, хорошо. Ребята, есть котопес даже. Так. Я уже, значит, на лестнице. Тихо. Ой, блин, на месте. Прыжок. Давай, братан. Тихо. Да. Вот, нормально. Блин, как он угарно ходит, посмотри, да? Да. Как Конор Макгрегор. Не, он ходит, как какой Чарли Чаплин, по-моему. Как мне за такие шуточки. А ну, кстати, ребят, реально, как Конор Макгрегор. Такой, знаете. Ну, правда, он плечи не расставляет. Вот чисто ногами так ходит, знаешь. И руками также. И руками, да, такой. Да. Я говорю. Конор. Конор. Ух, нифига себе, он высоко прыгает. Пёсович Макгрегор. Может быть, это я научился, но я уже на предпоследней ступеньке так-то. Ну, я вижу. Вверх... Братан, нифига себе, ты быстрый. Почти смог. Так, давай. Сейчас я смогу. И вот так. Давай. Прыжок. Хорошо, все, я запрыгнул на самый верх. Блин, ребят, я обожаю эту рубрику, потому что здесь я постоянно говорю прыжок. Я сейчас улечу. Это откуда? Ты помнишь, откуда это? Прыжок. Из Вормикса. Да, из ВКонтакте. О, эти самые. Нет, ну не только из ВКонтакте. Ну, я ВКонтакте в эту игру играл. А, нет, кстати говоря, если ребятам понравится, то мы, в принципе, можем в Стиме записать. Вормикс? А он есть в Стиме? Да, он в Стиме есть, он обалденный. Нифига себе, все, братан, я здесь. Самая, друзья, последняя ступенька. Все, довольно-таки это было легко. Так. Я думаю, наверное, лучше сначала просто кота, потом... Давай сначала, да, смотрите, ребят, получается, сейчас будет... Ты какого, подожди, ты обычного взял, а я, ребята, нового беру. Братан, я нового, ладно, смотри, ну, он ладно, более ладно. Сильный. Хорошо. Подожди, а как ты бегаешь? Подожди, посмотри, как я бегаю. Мне это, знаешь, этот танец в Фортнайте напоминает. Посмотри, как он ходит. Ты даже выше, чем я прыгаешь? Ну, походу. Ну, я же новый этот, хотел сказать, пес, это пес. Кот. Просто, ребята, кот. Просто кот. Здрасте, меня зовут Кот. Новый кот. Так. Ну, в принципе, все логично. Как бы. Все-таки, мне кажется, ребят, новый монстр Тревора Хендерсона будет посильнее, чем старый. Мы это выяснили в предыдущих роликах. А это, да, ребят, ну, все-таки новая версия выше, кота. Так. А, кстати, подожди, стой, остановись, развернись. А мы похожи вообще с тобой? Сейчас, давай. Мы сильно прям похожи, повыше, слишком значит... отличаемся. О, или привет, братан. Еще я еще выше. Запрыгнул. Ну давай, я к тебе. Ты давай, какой-то, смотри. Знаешь, по-моему, ты немножко другой, да? А у меня рот, смотри, какой открытый. Да, у меня закрытый. Но! Ты меня бьешь, слышишь, ты. Братан, получай, ты че? Но! По мордасам так, тебе. Ладно, я наверх пошел.
Блин, ребят, подальше. Мультяшные монстры реально очень-очень крутые, мне нереально они просто нравятся. Вот мультяшный кот, реально, ребят, как-то круто выглядит, не знаю. Вот стоби тебя не получил. Ой, я на тебя забрался. Тебе нравится так, мультяшный так. кот? Какой, кстати, тебе да. больше всех нравится монстр именно из мультяшных? Ну, наверное, из картунов. Девочка-йо-йо все-таки. Девочка-йо-йо? Да. Серьезно? Мне так кажется. Ну да, да. А да, мне, да, ребят, больше всего нравится мультяшный кот как раз-то. Ну, я, в принципе, она, ребят, вообще котов люблю. С ножом. Особенно что, мультяшных. Так, 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 а, так, прикинь, так, так. Новый он, походу, выше прыгает, потому что я не могу запрыгнуть уже здесь. Да я, кстати, вижу. Подожди. Так, я, кстати, конечно, братан, тоже смотри, я не могу. Да ладно. Да а, ладно, друзья. Я, смог запрыгнуть. Я не могу. Всё, я, ребята, не... А я вниз упал! Тихо, тихо, тихо! Братан, ты понимаешь, я просто вниз упал. Офигеть, где ребят. Я посмотрю. Я здесь. А, ну давай. Ну слушай, мне кажется, что я сейчас уже на максимальной высоте, как бы, для этого кота. Ты подожди, я вообще не могу. Я застрял. Ну, короче, ребят, в принципе, как обычно, я застрял в ступеньках. Так, я тебя пока не вижу, не вижу, не вижу. О, подожди, вижу. Подожди, подожди, где он? Всё, я тебя вот достал. Он. Спасибо. Давай. Так, все, ребята, вселился. И прыжок. Я посмотрю со стороны. Так. Хорошо. Прыжок. И повыше. Давай, давай. А, да ладно, не получилось. Не, не получилось. Давай по диагонали попробую. Хорошо, ребята. И прыжок. Прыжок? Не-не-не. Да капец. Как ты это сделал? Неужели ты выше меня прыгаешь, что ли? Не-не, ты тоже мог запрыгнуть на эту ступеньку. Прыжок. Давай, давай, давай. Да, нет, смотри, не получается. Тихо-тихо, не застревай там. Не, не трогай, не трогай, давай, не трогай. Давай, меня. Давай, давай, давай. Ладно, все, друзья, еще одна попытка. Я вроде сюда уже запрыгивал. Да, есть. Все. Ну, короче, это, ребят, получается предел наших котов. Угу. Так, давай тогда котопса пробовать. Ты давай. Меня бьёшь, ты. А мне нравится тебя бить. Окей, друзья, теперь котопёс. Котопёс. Блин, ну котопёс как-то очень стрёмно, если честно, выглядит, да? Ну, знаешь, что мне в уши напоминают какие-то, знаешь, макароны? Ну, скорее тогда уж пасту, а не макароны. Ну, что-то в этом роде. Да, да, да. Прыжочек. Слушай, я на самом деле уже очень хорошо да научился я вижу. Прыгать, видимо. Так, 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 давай, давай, давай. Так, так, и так, по так, диагональке так. Прыжок немного. Еще один. Вот. Вот. Сюда. Еще прыжок. Так. Давай, давай, давай. Все. Кстати говоря, знаешь, что я предлагаю предложить нашим подписчикам? Ребят, если кто-нибудь из вас умеет строить подобные постройки в Гаррис Моде, вы можете построить нам карту и прислать ее в Steam. Карту, друзья, до прохождения. Ну да, или для каких-нибудь экспериментов. Кстати, котопёс-то, ты помнишь, он посильнее, чем кот и пёс, потому что он как бы обладает способностями и того, и другого. А мне кажется, то есть что он их объединяет. Такой же по силе, как и ну, наш по прыжку, кот. Возможно, он как и кот, а именно чисто по силе он сильнее вроде. Ну да, да, по силе это точно. Так, так. Ладно, да, я запрыгнул, это максимальная высота, выше уже невозможно. Я, ребят, запрыгнул. Выше уже точно. Сейчас, подожди. О, я еще и застрял. Все, нормально. Сейчас, братан, подожди, братанчик, подожди, прыжок. Давай, жду тебя здесь. Не получилось. Сейчас я на тебя посмотрю, где ты там. Окей, давай, давай. Еще прыжочек. Давай, 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 давай. Да ладно, капец. Как, блин, ребят, так, сложно ну, играть. Ну. Ну они, ребят, старенькие, наши монстрики. Давай, давай. Да, ей запрыгнул. Все, хорошо. Все, братан. Ты что мне бьёшь? Окей, ребят, фиксируемся здесь. Получается, получается, ребят, мультяшные монстры примерно на одной, как бы, высоте зафиксировались. Я жду тебя тут. Ребят, пёс-то там, как бы, на последней ступеньке, капец. Кстати, да, я забыл про него. Он, ребят, смотрите, аж где? На посреди ступеньки зафиксировался. Ты мультяшную девочку, получается, которая типа вот в этом вот состоянии уже, да? В супер-пупер-агрессивном? Да, 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 давай, я уже взял. Понял. Все, пойдем, братан. И... Опа-на. Прыжок. Ну, конечно Ой, же, друзья, видите, увеличенная мультяшная девочка, мутирована немножко. Да, но она все равно очень низко прыгает. Ну, все равно, да, ребят. Ну, это, в принципе, обычный прыжок какого-нибудь обычного монстра. Так что, братан, сейчас нужно прям постараться куда-то запрыгнуть. Ой-ой-ой, еще назад запрыгнулся, она очень быстро бегает. Ну, ты любишь скатываться назад. Да, да, да. Так, так, тихо, тихо, я сейчас тоже скатился. Тихо, тихо, тихо. Так, ребят, я не хочу скатываться, спасибо, не нужно. А, я опять скатываюсь, да что... Ты там смотри, осторожно. Это называется, да выпендривался. Это называется тильт, просто тильт. Так. Так, я, значит, прыжок. Сюда. Хорошо. Прыжок. Главное в стыки не попадать, я уже понял. Главное не попадать в стыки. Ну, кстати, не только в стыки. В целом, да. Главное ступеньку не запрыгивать, не залагивать. Да, 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 да. Так, о, ох, кстати, зараза, сейчас будет полегче, братан. Вот. Ну, полегче. Чё-то ты как-то, по-моему, разучился прыгать по этим ступенькам, да? Да, 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 точно, разучился. Так, 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 так. Прям как ты. Не, наоборот, знаешь, я научился, по-моему. Помнишь, как я плохо прыгал? О, нет, все. Я, ребят, просто, видимо, быстро учусь. Сейчас, мне кажется, подожди, еще как бы можно вот эту перепрыгнуть. Смотри, смотри. Попробуем, но мне кажется, что. Я уверен. Как ты это сделал?
Я застрял! Да. Тихо-тихо. А, нормально. Все. Так, ну выше уже точно не получится. Братан, да, я здесь. А как так прыгнул? Нифига себе. Не знаю, мне может просто... Ты у меня, знаешь, ты как-то прям застрял. Залагал. Ты залагал как-то. Так. А, ну возможно, у тебя что версия посильнее, чем моя. Ну, может Она быть, у тебя может типа быть. Супер уже какая-то там прокачанная, агрессивная. Ну, короче, вот, ребят, получается уровень девочки Йо-Йо. Это вот эта ступенька и следующая. Не выше. Да, братан, я не могу уже выше запрыгнуть. Ну, окей. Попробуй еще разочек. Я уже пробовал раз 10, смотри. Давай, оп, давай. Прыжок и все. Нет, ты рано бьешься. Ну-ка вылези, так я попробую. Ну давай, ладно, давай. Давай. Давай, сейчас ребята Лимоня попробуют. Значит, вот таким вот образом. И прыжок. Прыжок и все, видишь? Не, пока не получилось. Подожди, да я еще пару раз попробую. И прыжок. Да не получается. Нет, ты прав. Все, нет, там я. Подожди, а да я за твою попробую. За мою, получается. Это я уже попробовал, но... Так, она намного выше прыгает. Ну как, не намного, но как раз вот этих вот нескольких сантиметров мне, ребята, не хватает. Да. Угу. Ну, короче, ладно, это я просто сейчас неправильно прыгаю. Я уже вижу то, что она может спокойно перепрыгнуть. Вот, давай, смотрите. Разочек. И прыжок. Прыжок. Вот, ну, практически. Ну, почти. Ладно. Ну, короче, все, ребят, зафиксировались. Давайте так, теперь у нас... О, туши свет! Давайте, ребят, туши свет, сейчас мы поиспользуем. Так, щур мой большой. Так они одинаковые. А, нет. Да, они одинаковые. Или ты хочешь костюмена? Давай я за костюмена. А я, то есть, ты один будет туши свет, а другой костюмен? Нет, оба за костюмена. А, надо второго увеличить. А, то есть ты хочешь, чтобы я на маленьком играл? Спасибо. Да. Сейчас, ребят. Ты хочешь на совсем маленьком поиграть? Да, на маленьком. Ах ты, зараза, ты еще сильнее увеличил. Ой, ладно. Ой. Так, я все равно тебя выиграю. Да, прощай. Пока, привет. Привет. И такой, что? Здравствуй, просто как дела? Да. До связи. Так. До встречи на танцполе. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, прыжок. Повыше надо. Фига ты там уже улетел. Ну, блин, ну ладно. Конечно, я огромный монстр. Я, ребят, считерил немножко. Нифига себе, немножко. Ну так, совсем немножко, ребят, по фану считерил. Совсем чуть-чуть, да. Да, совсем немножечко. Так. А что, он меня залагал немножко? А, ненормально. Прыжок. Так. Вот. А, я выше уже не могу, что ли, получается? Подожди. Да, получается, не можешь. Так, все, друзья, прыжок. Ага, не могу, вот я здесь. Так, ладно, дальше только ты сможешь, походу. Да, я кажется, и да... А, подожди, я сейчас, походу, еще на самую последнюю запрыгну, да ладно? Давай, удачи. Да, есть. Все, братан. Все, на самый последний? Да, на самый последний. Оставайся тогда там и давай ко мне. Туши свет давай. Давай, туши свет. Так. А, подожди, да какая, кстати, его версия? Это его версия без пил, что ли? Походу, подожди. Тогда. А он вообще прыгает? Подожди. О, фига, он прыгает. Давай тогда будешь за эту версию, а я буду за вот эту версию. Давай, а увидишь меня тоже? И еще немного. Сделай их одинаковыми, еще чуть-чуть. Ну, вроде... Вот так, да, вот давай. Так. Вот все. Ах ты, зараза, ну не, ладно. Не, я... в смысле, мы одинаковые? Или нет? Ты чуть-чуть, я типа немного сгорбленный. А ты так, нет. Так. Нифига себе, он прыгает. Ну нет, мы не одинаковые, ну ладно. Нифига себе, страшно. Ну так алё, это смотри, это у него красные глаза, это агрессивная злая версия. Я, кстати, бегать не могу на моей версии. А ты бегать можешь? Да, у меня нет функции бега. Нифига так, себе. Так, ладно, я все равно попробую, мне как бы все равно. Опа-на. От первого лица, кстати, чуть проще, если ты не знал. Не, я играю, ребят, так. Я играю так, от третьего. Не, ну можно и так, но от первого лица чуть-чуть поудобнее прыгать имеется. Прыжочек. Ты видишь, что под тобой. Да мне, кстати, и так нормально вроде. Ну я думаю, мы сейчас спокойно дойдем до самой последней ступеньки, да? Ну, я не знаю насчет себя, но ты... О, смотри, есть. Так, прыжок. Да, я, братан, уже здесь. Я уже как бы выиграл. Почти, да, ты уже почти. Так, прыжок и все. Главное не перелететь, как тогда на кроликах было. Да, ребят, вы помнили, кролик просто берет и перепрыгивает полностью за раз все ступеньки, капец. Так, ладно, я сейчас должен запрыгнуть. Подожди секундочку. Ой-о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 й
я тоже упал вниз, блин. Ну ладно, это, в принципе, ребят, уже не важно. Я уже был как бы сверху. Так, прыжок. Так, ну, такой довольно-таки неплохой монстр, да? Так, давай, короче, пробуй проходить. Я пока подготовлю последнего нашего монстра. Это, друзья, Нурпа. Ну, я уже все практически. Давай. Я уже тут на последней ступенечке. И да, я запрыгнул. Красавчик, все. Красавчик. Тут как раз-таки костюмен, тут как раз-таки... Ну, все-все монстры, которые да, залезли да, наверх. Да. Так, давайте, ну и, ребята, давайте вот этого монстрика. Смотри, какой он маленький изначально был, посмотри.
Да, 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 я знаю. Давай, давай. Мы, ребята, увеличим. Еще не использовали Нурпа вот такой вот именно большой его стадии, да? В увеличенной. Вроде плюс-минус одинаковые. Все, я занял, давай. Я тоже. Блин, он так прикольно бегает. Фига себе, он быстрый, фига себе, он высокий. Высоко прыгает, смотри. А, ты чё, ты как так оказался быстро возле меня, а? Вот так вот. Фига себе, ты быстрый. Я Нурпа. Так что не надо со мной связываться. Так. Прыжок. Фига себе, ты там через три ступеньки перелетаешь. Так. Я понимаю, вначале, но тихо. Это прям уже жестко. Прыжок. Так, давай. Мы уже на уровне кого? Мы уже на уровне девочек. Да? Угу. Не, девочка, по-моему, или даже сюда же запрыгнула. Так, я на уровне костюммена. Я тоже. Теперь я на уровне мультяшек монстров. Тебя убило, я понял. Я понял. Ладно, ничего страшного, я с тобой. Прыжок. Давай. Ребята, последняя ступень. И тебя тоже. Так, ладно, надо заново. С земли? Надо проводить эксперимент. Давай, земли, почему нет? Давай, земли. На, бери такого. Давай. Ну, где-то вот такой вот он был. Давай. Еще? Да нет, ты еще хочешь больше? Ну, давай такого, окей. Вот такой он был. Ладно, сейчас тоже возьму, давайте, Нурпа. Почти. Ах ты, зараза, слышишь ты. На. Ты посмотри, какой я большой. Фига себе, что ты придумал. Ребят, интересно, что сейчас будет? Не знаешь, просто идти. А, братан, я как бы в тебе залагал, ну ладно. Да, я знаю, я говорю, уберись от меня. Так, вот все. Ребят, мне просто интересно, насколько я сейчас далеко выпрыгну. Ты готов? Братан, смотри в небо. Давай. Так. Прыжок. Бежишь. Пока. Кстати говоря, перепрыгнул. Да, но не все. Все, полностью. Все ступеньки перепрыгнул. Ребят, все за раз ступенечки. А теперь подожди, я сейчас тебе еще и обратно, понимаешь, сейчас еще и обратно перепрыгну. Ребят, теперь обратно. А, я врезался в стенку, подожди. У меня в прошлый раз получилось запрыгнуть прямо на самый верх. У меня получилось в прошлый раз тоже запрыгнуть и перепрыгнуть. Только я застрял немного. Ну, ты знаешь, не всегда это понятно. Меня назад отбрасывает. Капец он, ребят, смотри, он просто летает, вы понимаете? Друзья, да, он просто летает. Вижу, конечно. Капец. Так, ну ты почти. Я просто обожаю, ребят, этого кролика, конечно, если честно. Так. Я, значит, давай. Вверху, я, друзья, просто обожаю, блин, этого Рэббита нашего. О, сейчас зафиксируюсь! Давай, перелетел. Да! Да, на самом деле. Есть! Ну, короче, да, друзья, вот такой прикольный экспериментик. Так, на, получай мелкий, подзатыльник. Получай мелкий. Ты там что делаешь? Ты там где вообще? Я тебя даже не вижу. А, ладно, ты мне надоел, пока. Ладно, я тоже прыгну. Короче, да, друзья, прикольный эксперимент. Да, говори, братан. Да, я хотел сказать, чтобы они не забывали заходить в наш Дискорд-канал. Да, друзья, Дискорд-канал. И, конечно же, ставить лайки, на съемочки. Всех мы ждем. На оба наших канала. Угу. А еще, насколько я помню, у тебя находится какая-то ссылочка. Да, друзья, ссылка в описании находится на проект Core, где вы можете абсолютно бесплатно создавать свои игры и также, ребят, в них играть. Ссылка в описании. Заходите, переходите, играйте, создавайте свои игры. Все, друзья, всем пока. Всем пока, друзья.